Rainbow English, учебник 4 класс, первая часть, юнит 2, степ 2 и упражнение номер 7. Нам нужно выбрать из следующих фраз те, которые соответствуют тому, что происходит сейчас в классе. Напоминаю, работаем мы с временем present continuous, вспоминаем его все также и читаем, переводим. И пытаемся понять, что в классе вот в данный момент может происходить. Да, кстати, present continuous, опять же напоминаю, описывает или преобразуется, если время у нас, если действие происходит прямо сейчас. Итак, что же сейчас у нас в классе может происходить? Так, секунду подберем. I am sitting. Я сижу. Прямо сейчас имеется в виду. Да, вы, скорее всего, сидите в классе. То есть это подбираем, оставляем. Our teacher is standing. Наш учитель стоит. То есть тут уж сами по себе ориентируйтесь. Может, у вас он сидит за столом, а может быть стоит. Ну, давайте подчеркнем. Часто, конечно, учителя стоят, рассказывают, да, материал. The pupils are eating. Ученики едят. Ну, не знаю, в основном, конечно, на уроках не едят. Да. Так, убираем. Так вот, ученики на уроках обычно не едят, поэтому это мы оставляем неотмеченным. Далее. I am standing. Я стою. Ну, если вы отвечаете, то вы, конечно, стоите. Но если вы делаете, вам дали вот это задание в классе сделать, и вы, конечно, его будете сидя делать, так что давайте мы его не будем отмечать. Our teacher is running. Наш учитель бежит. Ну, разве что к директору, да, там срочно вызвали. Но обычно, конечно, учителя не бегают на уроках, опять же, оставляем неотмеченным. The pupils are playing games. Ученики играют в игры. Скажу по опыту, такое тоже бывает, но чаще всего они все-таки сидят и слушают учителя, пишут задания, поэтому не отмечаем здесь, наверное, ничего. I am reading. Я читаю. Возможно, давайте, ну, то есть, смотрите, по своей ситуации, вот я отмечу, что я читаю, потому что часто на уроках ученики, конечно, что-то читают, да, в учебнике, так что на всякий случай я отмечу. Our teacher is sitting. Наш учитель сидит. То есть, тут, смотрите, выбираете или our teacher is standing, наш учитель стоит, или our teacher is sitting, наш учитель сидит. Одно из двух, да? Два в одном у нас тут не может. Так что я не отмечаю. The pupils are sleeping. О, отлично. Ученики спят. Просто мечта многих учеников, но, к сожалению, их не получается. Но мы, конечно, не отмечаем. Массово все, конечно, не спят. I'm listening. Я слушаю. Ну, в основном, конечно, ученики слушают. Отметим. Our teacher is speaking. Наш учитель говорит. Что-то там рассказывает. Конечно, чаще это все происходит, поэтому отмечаем. The pupils are listening to their teacher. Ученики слушают учителя. Надеюсь, что да, да. Так что отмечаем. I'm writing. Я пишу. Вот здесь смотрите, так как я отметила I'm reading, я читаю, то тогда я вот это не буду отмечать. Кто не захочет читать, да, не будет вот здесь отмечать, значит, у себя отметьте I'm writing, то есть я пишу. Our teacher is listening. Наш учитель слушает. Ну, это если кто-то рассказывает стихотворение или ответ какой-то слушает. Но мы уже сказали, что учитель говорит, поэтому я это не отмечаю. Но если вы другой вариант подобрали, то, конечно, здесь можно тоже плюс поставить. The pupils are finishing their work. Ученики заканчивают свои работы. Можно, наверное, я отмечу, потому что... Хотя нет, я же написала, что читаю я, да, поэтому... Ну, давайте я не буду здесь ничего тогда отмечать, а вы по себе смотрите. То есть у нас ученики слушают учителя, поэтому вряд ли они заканчивают свою какую-то работу, так что оставлю неотмеченным. Но задание очень легкое, так что главное тут перевести все предложения, а вы уже сами подберите, что подходит к этому вашему уроку.